концерты, конференции. Такие события стали привычными для частых гостей украинского дома. Но для танцоров Бальников это место в первую очередь ассоциируется с одним из самых ожидаемых соревнований года. В первые выходные зимы здесь проходит чемпионат с ГОСТу 2012. Я могу сказать по поводу организации самого турнира. Организация на высоком уровне. Все четко, все идет в графике. Все службы работают. Приятно работать, когда вот все идет без сбоев и удобно и участникам соревнований, в том числе и тем, кто работает на турнире. Как вы оцените уровень пар в этом году? Уровень пар очень высокий, но еще основные соревнования, конечно же, впереди. Пока проходили классификационные соревнования. Вот скоро начнутся соревнования уже в категориях молодежь, любители. Начнется соревнования кубковые. Сейчас будет вот самое интересное. Буквально через 3-4 минуты можно все это будет увидеть. So blow your wig if you really did. Let's lose control, let the good times roll. It's all around the sight and sound. I'll give you some assistance. Fun is free, get dizzy with me. Don't put up no resistance. Скажите, какое, по вашему мнению, главное преимущество чемпионата с ГОСТу перед другими турнирами? Мне нравится, что сейчас возвращаются закрытые турниры. То есть внутри организации проходят отборочные соревнования в областях, и пары приезжают на закрытый чемпионат организации. Я считаю, что это очень правильное решение. Скажите, как вы оцените уровень пар в этом году? Ну, я думаю, что ничего особо не меняется, потому что Украина давно вышла на достаточно хороший танцевальный уровень, и естественно, здесь есть классификация, есть пары, которые только начинают свою карьеру танцевальную, но мы, безусловно, в рейтинге увидим очень хорошие пары. И последний вопрос, что вы можете пожелать? Ну, я хочу пожелать развивать этот турнир и дальше. Безусловно, центр Киева, очень хороший зал, очень уютно, очень тепло. Может быть, чтобы на турнирах присутствовало еще судейство, учитывая географию нашей планеты, чтобы были судьи из разных стран. Ребята, вы только что танцевали финал. Какие ваши ощущения? Ну, на мое ощущение это очень было здорово. Очень красиво. Нужна большая выносливость, как бы. Ну, тяжело, конечно, было, но справились. Вы довольны сегодня своей партнершей? Да. А вы партнером? Конечно, довольна. Вы не киевская пара, насколько я знаю. Нет. Откуда вы приехали? Мы приехали из Луганска. Из Луганска. Скажите, вы каждый год приезжаете сюда на эти соревнования? Нет, мы впервые здесь. А будете дальше приезжать? Ну, постараемся. Да, надеемся, что будем сюда ездить. Нам очень здесь нравится. Здравствуйте. Вы сейчас будете выходить танцевать в финал. Скажите, какой у вас настрой? Боевой. Очень надо... позитивный, очень боевой настрой. Надо только на победу. Какие мы классные. Получить удовольствие в конце концов. Мы этим всегда пришли. Да. Удовольствие. Да. Вот и будем сейчас его получать. Скажите, вы часто приезжаете на такой турнир? Да. Постоянно. По крайней мере, в Киеве мы турниры практически не пропускаем. И чемпионат с ГОСТу не исключение, я так понимаю. Скажите, у вас есть какие-то претензии или пожелания к организаторам этого турнира?
Ну, единственное. Я думаю, претензии нужно высказывать тогда, когда турнир уже завершен, и когда можно делать какие-то выводы. Сейчас турнир в самом разгаре, поэтому, ну и нам сейчас выступать, поэтому пока у нас никаких претензий нету. Все хорошо. Конечно, вот не нравится такая чехарда с заходами, но без этого тоже не обходится. Маленькие форс-мажоры, они всегда бывают, а уже выводы будем делать по окончанию турнира. Everybody.